have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки. Привет, привет. Здорово. Всем доброго времени суток, а меня заперли. Всем привет. Мы крайне рады. Вот из такой необычной позиции, из такой необычной ситуации мы начинаем нашу серию. Самые внимательные уже поняли, что это Build About Fort Treasure, хотя начало совсем не напоминает нам о том, что здесь происходит. Будем мы путешествовать на вот этом вот сегодня. Уж не знаю, глядя на это, мне немножечко напоминает фильм «Куб». Выкиньте опеку из моей комнаты кто-нибудь. Он что, уже успел сходить в угол куда-нибудь? Нет, вряд ли. Помогите! Армори! Спаси! Сузема? Фрум! Так, да? Что, зачем? Вот, вот. У меня фигня происходит в комнате. У тебя летает. Вот тем, у кого нет комнаты, могут сейф поплыть. Я просто закрою это, оставлю это здесь и все, на вашей совести. Сейфе можете, вот у кого нет комнаты, можете поплыть в сейфе, разрешаю. В где? В сейфе. Вон, вон. Там. Мы так не вообще поплывем или где? Да, давайте отправляемся потихонечку. Нам тут любезно оформили наши личные комнаты. Комната Киченеза, комната моя, с троном наизнанку. Ну хорошо, я, допустим, побуду сатанинским дьяволом. Зузема вызывает. А почему темная комната темная? Что с ней не нравится? Хотя комната, сидит на моем корабле наверху. Моего сервака. Зузема вызывает за сервис в моей комнате демон. Есть вот такая комнатка с кучей кнопки. Запускаем! Сейчас я сажусь на троне. Я сказал, что это попыт. Вот эта куча кнопок, это попыт. Это попыт? Хорошо, я понял. Да. Поехали. Поехали, народ. Запускайся. А, кстати, еще тут лучше сидеть, а то можно выпасть на определенную. Насчет лучше сидеть. Вовремя сказал, я на магнитах летаю. А дезерту удобно? Да. У меня демон в комнате. Дезерт? Да. А где ты был, когда я спрашивал, все ли в конструкции? Я в конструкции. Ты на своей. И причем еще и на другой. Ладно, пустите хорошо. Пустите меня к дезерту! А кто-то уехал на льдинке? Где этот маленький мамонтенок? Не, понимаете, я просто в любом случае доберусь до конца. Отключи магнит. Ну, учитывая, что мы идем перед тобой и чистим тебе все, то да, ты доберешься. Я в любой момент могу оторваться от своей конструкции и полететь это самостоятельно. А, так у тебя еще и мини-авианосец. Вы бы видели сейчас пику, я его запер в своей комнате. Что вот это плывет? Где? Кого тут запер? Свой кусок какой-то. Нет, это бак. Это в моем подвале. Там же за камерой, я же поймал портал одного плохого человека. Ага. И вот это от его бага конструкция. Конструкция, кстати, выглядит прикольно. Вы меня сейчас чуть не перевернули. Ты не пройдешь. Кстати. Да выпусти! Хватит меня толкать. Я добавлю звука, потому что музончик неплохой. Сейчас выпущу. Кстати, примерно. Ребят, я от вас отколовался. Зачем? А я не специально. У вас пика выпал. Ну я же говорю, что сидеть все должны. Я над ним издевался. Лети к Сигме, лети к Сигме, у него есть еще где посидеть. Да, у меня есть где посидеть еще. А у него он догоняет. Торможу как могу. Заметил. А мы на барже? Чем тормозить? Какой ногой об какие берега? Так, ну, что да. Тут у нас? Пойду лапками. В гости. Так. Значит, у меня половины карт этих не было, то есть у меня отображается только там, где я уже бывал. Вот, вот это, например, грибная локация. Слышите, что у вас целая стенка коцается, а не блок? Да, в курсе, поэтому я очень сомневаюсь, что эта штука доплывет, но посмотрим. Так. Она доплывет, я пробовал, как это. Хорошо у тебя тут, красивый коврик. Так, насчет кота, который говорит про коврик, я бы немножечко поднапрягся был. Ладно, это, кстати, коврик. Что за польский какой-то? Я что, польский пан какой-то? Сижу вверх ногами. Вообще, насчет вверх ногами, тут должна была быть шутка про Австралию, но ее не будет. Меня обстреливают, помогите. Я полетел, давайте, до связи. Я покидаю судно. Нет, стой, ты чё? Дезерт, прилети ко мне! Спаси меня! А как я тебя спасу? Ты вообще знаешь, на чем я лечу? Знаю, поэтому и говорю, прилети ко мне. А как я тебе помогать должен? Это ограбление. Молча и без вопросов. Ты что там с граблями к нему пришел?
Да. Мне интересно пойти посмотреть, но я понимаю, что у меня очень маленький шанс потом вернуться на это кресло, поэтому... Еще один выстрел будет настоящим. Отдавай все свои деньги. Мне нужен твой мотоцикл, твоя одежда и твой кошелек. Вам по крыше стреляют. Ну, да? Как бы... Ну... Для меня это вообще-то пол, наверное. Да. Мотоцикл потерялся. Ну как бы что? Я ухожу отсюда. Ой, это прецели? Прецели, хот-доги, неплохо. Да ну тебя, я ухожу в свою комнату. По мне стреляют! Карты! Да. Деньги. Они шарики. Ой, я вижу кота, который вываливается через текстуры. Что? Нет. Да, я только что тебя видел. Только что. Вот, да вот, нет, вот здесь. Ты меня не видел. Так. Я не меня знаю, хотят убить. Я посижу в своей комнате, хорошо? Я вот жду, когда закончится прочность этих стенок. Мне вот интересно посмотреть, что потом с этого останется. У меня тут такой экшен. Мне кажется, с ним ничего не случилось. Нет, вообще-то, я когда тестировал, ну? Оно очень даже цело доплывало до конца. Ну, то есть, ну, большая часть... Ну, ты же понимаешь, что тут карты рандомные. Да, но большая часть оставалась. Я, по-моему, там крокодил или не был. Вот насчет крокодила. Ну, сейчас посмотрим. Кстати, Пику нам еще все-таки показывают. Ты еще живой? Я? Пика. Да. Пика и я. Ты потом посмотришь Сигма на моем видео. Хорошо, я понял. Давно. Очень давно. Тут у меня такой экшен просто. Фиг ли, что ты прыгаешь? Мне джетпак сломали. Да, у него экшен, а мы в бункере сидим. У меня нога отвалилась. Секшена, я уже давно вот на финише. Вот досада. Короче, мы Привет. Будем... Фигли, что про... А, нет. Опс. Ну тебя... вот... Кого выкинули? А, Першин, пока. Слушай, Ром, теперь у тебя нормальная комната. Посмотри, от первого лица. Да-да-да, теперь меня перевернуло... А где моя шляпа? Почему... Еле. А, о! Что? Это... Ну что, бать, я уже ничего не знаю. Я не знаю. Я в следующий раз с вами, наверное, поплыву. Да, я тебе говорю, что тут довольно весело. Ты взял и победил, и типа, вот в чем фан? А, все. Все. Ну как-то. Все, чувак, да, мы приплыли. Ну нет, ну я. А вот знаете, я ставил стул специально, вот для таких вот случаев, пилотируемых. Как у меня? Его сломали. Он сломался. Сейчас исправим, погоди. Я не знаю, мне строить бункер внутри бункера, чтобы у меня не сломались эти. Сейчас короче, сейчас. Чем ты там исправишь? О! Что это было? Это я исправляю. Это был какой-то взрыв. А, это с пушки стреляет кто-то. Короче. Например, кто? Следующая моя постройка будет бункер внутри бункера. Сейчас, подожди. Гаси дальше. А у меня были огромные роботы тут. А можно, пожалуйста, чтобы я залезть мог? А как ты вывалился, начнем с этого? А я кроме дрона что-то встал, хотел сесть на аварийную сидушку, и тут ударил молот, и меня за текстурки высосало. Тебя только что закинуло ваш... или убило? Ко мне ваш кусок приехал. Так, нет, Сузема на старте. Давай, чувак, почти выгреблись уже. Давай, мне нужно больше пушек. Ваш кусок приехал. Почти. Чё? Ты мой Порш! Давай, почти давай, что? Давай. Еще один выстрел. Один выстрел еще будет. Сейчас, надо перезарядка. Как вы локацию с маяком будете проходить, интересно? Мне бы. Понимаешь, если мы туда вообще. Моё кресло развалилось. Стреляй! Нет! О, пусти меня туда! Это был наш последний шанс на выживание. Все. Ну просто, все, мало того, что мы теперь тут заперты. Так мы еще и... А как выйти? А все. А все. А, вот тут трещина есть. Смотрите. А если я сейчас... А если я ливну из команды, вы меня потом возьмете, я могу сейчас просто к вам прилететь. Кстати, я могу портал же поставить. Может, я же могу портал поставить, что это? Может, ты не выйди? Сейчас я вас догоню, ребят. Нет, стоп. Давайте, короче, тогда... Тут даже не убиться. Вот это круто. Это не убить, можно убить. А как, а по что? Это мягкая комната, как в психушке. Погоди, у меня есть сабли, смотри. А, бурка. Так, да, можно этот, ну, резет. Слушай, адмирал, у нас же двое тут только на спавне, да? А, вот портал сломался. А, так, резет, чарик, так хорошо. Давайте еще раз, но попробуем доплыть.
Что будем делать? А, я уже начал строить бункер внутри бункера, ща еще раз загружу. Так, 48 Спасибо. Монеток, хорошо. Да ты офигел! Я только ну зачем ты больше вот какой-то блок ставишь, ну вот не надо. А кто стенку, стенку снял? Зачем? Я а, хочу вот. Кое-что сделать, а! Пустите. Так, давайте, давайте портала больше... по дефолту нет, я его ставлю. Крум, ты куда? Я думал, портал тут. Аркрум. Открой. Сейчас, давайте, я не знаю, где мне поставить денег, чтобы его не сломали. Давай я нам нужно больше... Привет. Сейчас, давайте, сейчас исправляю по факту ошибки. Стульев. Делишься комнатой? Нам нужно много... Поставь тут еще один стульчик, пожалуйста. Ладно, я могу, кстати, поставить, у меня есть. Сейчас. Ну, Сэма, помоги, меня я сидится. Вам сейчас в коридоре целый зал ожидания сделаю. Сейчас. А в больнице? Стой. А где? Сейчас. Ну, я посреди коридора буду жить. На прием к, ну, вот к докторам. Сэма, помоги, зайди в мою комнату, у меня проблемы. А что? Кто? Где? Ребят, вы не против, если я вот так жить буду здесь? Так, я вроде как... Спасибо, дочки. Нет, ты не сделаешь этого. Чего? Нет. Можно я вот тут буду жить, вот так? Теперь это моя кожа. А где это вот тут? Помоги, садиться на вертикаль, на неправильно поставленные так стулья. Так я вот так ехал всю катку, иди сюда, посмотри. Иди сюда, вон, глянь в мою комнату. Да, я знаю. Да я знаю, как садиться туда. Глянул. Подпрыгиваешь и что это за пердеж желтый? Что это было? О, я сел, все, можно я вот так поплыву? Не важно, что это было, главное, что это поможет нам выжить. Наверное. А может и нет. Тут... Я поплыву. Я люблю вот так. Это наркоманское фигню. Да ясно. Так, ну, два кресла. Хватит, я хочу лимитировать. Лимитировать. Я на здоровье. Надо одним. О, подождите. Давайте я на стену, короче, кресло поставлю. Че? Да не, мне и тут нормально. Ну, я поставил два дополнительных кресла, тут, если вдруг выбьет. Погоди, что? Что меня поймал? Пусти, я говорю, сейчас я его на стену поставлю, чтобы оно точно не сломалось. Разве что вместе со стеной. Я не могу выйти отсюда, Пика, хватит. На железную стену причем. Че? Вот ай. Алло. Хоба. Я хочу что-то сделать. Погоди, магниты. Не ходите, пожалуйста, пока что в коридоре. Больше дайте. Не прыгайте в кроватке. Не пойте, не ходите. Не... Да, ладно. Да. Время. Что за ваша штука похожа на грустный смайлик? Что за ваша очень? Да ну зачем? Ну кто? Что произошло? Так, кто это отправил? Короче, давайте все дружно резетимся. Меня выкинуло. А кто такой ваш отчимс? Кот, это ты отправила сейчас? Нет, я сейчас вообще ничего не делал. Но... Я даже не Блин, чувак... кнопку лаунч. Send you a friend request, я не знаю, кто это. Ваши отчимс. Рандом. А. Да, но в белой команде, минуточку, только ты мог отправить нас. Я никого не отправлял. Нет, там голоса надо собирать, а, смотрите, три, я могу вообще сейчас... Да, значит, на этой штуке накапало. Можно мы на этой штуке поедем, я прошу? Какой? Демократия. Вот это. Вот на клапал. Имба, я полетел. Хорошо, ну, давайте на это, я не против. Стойте меня! Можно я себе этот, запасной план побега устрою? А можно мне тоже запасной план побега? Чувак, у тебя она знаю, немножко хлипкая, что ли? Я не хочу с тобой в туалет сидеть, погоди. И тут моя лодка. Вон, Пика, построй себе этот пилотируемый аппарат на Пике или ну, кого-нибудь там. А я, кстати, там, это... Ну, кстати, на этом мы с вами уже плавали, если вы помните, у нас была серия с этим кораблем. А у меня нет таких деталей. Не видел, что он такой высокий. Давай, а где тебе построить? Давай я построю. Ну, Пика не был бы Пика, если бы он это не сделал. Он просто загарпунил кита. Помогите! У меня вот вообще это. Народ, стойте, давайте соедините эти два корабля. Они не соединены, надо их склеить. Они и так склеены. Начинайте. Они приварены друг к другу. Последний голос, и вы отвалитесь.
Мы отвалимся. Всё, все отвалимся. Я упал в воду! Нет! Что происходит? Да кто мачту поставил? Кто мачту поставил? Стой! 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 Кто на дно мачту поставил? Что это за фигня? Блин! Понял! Ребята, это могло быть эпично. Давайте все три корабля вместе, все, давайте. Понял, катапультируюсь. Стойте, я могу гарпунами скрепить корабли. Уберите мачту со дна и заресетайтесь, пожалуйста. Откуда же там мачта? Да, Пик, откуда там мачта? Я хочу прицепить гарпунами кого-то. Новая серия летучего корабля в сегодняшнем выпуске. Что это такое? Пика главный архитектор. Со мной, я прошу. Тут это Шаркбайт, пиратский корабль Шаркбайта просто курят в сторонке нерва. Курить это плохо. Что это? Идите в портал, ребята. Да, такой портал. Это сейчас прозвучало очень обидно. Идите в портал. Да иди в портал. Нет, это очень весело. Я уже почти прошел. Путь покажешь? Посмотрите, где мы. Еще раз в портал и посмотрите, где мы. Нормально. Поехали в портал. А где у вас стенка? Ничего себе! А почему у меня... У меня даже плавание не идет при этом, ты же понимаешь? Да почему? Мне сидеть, короче, удалите все. Лодки удалите все, пожалуйста. Я сейчас хочу, чтобы мы все вместе слепили наши корабли. Давайте реально все три корабля слепим. Давайте ресетайтесь и да, пойдем на базу. Удаляйте, ресетайте. А вы можете меня гарпуном прицепить? Держу эту штуку, она слишком тяжелая. Прицепите меня гарпуном потом. Скорость. Народ. Давайте скорее. Пика. Я сейчас хочу прицепиться. Так, ладно, удалите все. Ау, Адмирал, удали свою лодку. Нет, все лодки, давайте, все, что у вас есть. Помните, давайте на такой плавучей крепости пойдем. Давайте. А это лодка Адмирала. Б-17, летающая крепость. Погоди. А это что? Это приплавить оладушки. Еще надо, погоди. Она уже приплавлена. Оладушки. Нет, давайте. Это оладушки корп, это наша лодка, да. А как вам на крышу залезть? Я точнее, на мачту сесть. А я же ведь склеил свою вот эту лодку. Нифига себе. Прицепи меня гарпуном к вам. Ну, там сколько сидений сверху? Прицепите меня к вам. Я тоже хочу. Много. Но я лично здесь поплыву. Прицепи меня к вам. Я буду в своей штуковине. Кот, можно я вот так сделаю? Если что, я смогу к вам перебраться. Поясни. Меня приклейте гарпуном. Ай, ладно, это я что, сам. Гарпуном, я еще прям блоками. Все, я прицепился. Дирижабль. Так, только сделайте под ним какое-то основание, он же нас перевесит. А, короче, мы посовещались и поняли, что это не дирижабль, это пчела. Пусть будет пчела, я не против. Она хорошо ладно, выглядит. Ладно, мы поехали? Да, давай, запускаемся. Если да, надо... Все здесь, все на дверь. Ох. Да. Привет. Можно соединить, пожалуйста? Мы тут для этого и собрались, как бы. Что можно? Поплыли. Сейчас, соединю. В смысле... Давай. Сейчас прогрузим. Слушай, чайник, я бы сел на твоем месте. А я сижу. Встань, хватит. Видишь, я даже выпрыгнул. Смотри, у меня даже рука там остается. Удали, ты будешь кораблем управлять, только я могу управлять кораблем. Хватит, встань. Ну, разумеется. Я не двигаюсь, все нормально. Давайте, народ, поехали. Все, начинайте скорее. Пикайте, кто-нибудь готово. Вы же видели, где я? Что это за мутант? Вы видели, где я вообще? Что это за мутант? Хороший вопрос. Давайте я буду просто... Не трогай, не трогай, пожалуйста. Кто такой Задарк? А, да, это, короче, да. Хотя мы уже... Так, ты меня видишь? Ну да, это вот ты сзади на прицепчике. Да. А ты меня видишь? Да. Сейчас я от противовеса избавлюсь. Ребят, я там! А, ваш отчим, это чувак из Цуземы. И чего же никто не сказал то, что это наш? А, серьезно? Цуземы? Это Цуземя? Нет, ну в смысле, это чел, который с нами? Он, да. А я просто была информация, что он не подписан. Да?
Да. Не, ну так не происходит с нами. Это быстрый мод. Могу помедленнее, но это быстрый мод. Специально качаешь или что? Я боюсь, вы там мой маленький кораблик с такими темпами сотрёте. Я за себя боюсь, ты меня видел? Нет, тебе-то нормально, но кота ты можешь обливать сейчас, и вот тогда ему будет уже плохо, потому что из этой кибитки, если сейчас польется зелень, я-то высоко. Нет, а я вообще в трюме? Мне все равно, я в трюме сижу. Вот, смотри, зеленые человечки, такие же, как Пика сейчас будет. О! Попрыгали, кот. Они все в меня стреляют. Шарк байт. Летучий голландец. Хорошо, что они по мне стреляют. Почему именно я? Где я? Кот, ты куда? Это они по мне стреляют. Кот, разверни. Сколько двигателей у нас? Пролети еще 4 раза. Ой, какой бред. Посмотрите на эту опейку. Он просто все. Ты специально так летал? Ну, ясен пень, что он пытается тебя подставить. Чувак, не только ж ты всех подставляешь. Меня выкинуло. Меня выкинуло. Поздравляю. Нам матч то размотало. Я тут всех переживу, мне все равно. Да не переживай. Ну, по мне только все попадает. Ну, смотрите, если вы перевернетесь, то мне будет даже лучше. Так, тут спектейта нету. Жаль. Теперь я выше всех нахожусь. Теперь ниже всех. Нет. Так, минуточку. Пика сейчас вливанет. Это нормально. Вы его ударили. Я посильнее. Если, знаете, у всей постройки такая конструкция более-менее симметричная, у меня вот кораблик, он похож на какого-то, блин, паразита, который сбоку присосался, слышите? Да, потому что водителю права говорил. Вам не кажется, что корабли не так плавают? Да, есть такое. Мне кажется, что корабли как раз именно не так и плавают. Вы там доплыли или нет? Да, он оторвался! Нет, мы кувыркаемся до финиша. Я не могу посмотреть, жаль. У меня гарпун оторвался! Пика, ты записываешь то, что происходит? Конечно! Я вот, значит, сейчас у вас, ребят, внизу будет небольшая такая вставочка того бреда, который сейчас происходит. К сожалению, я не могу... Блин, жаль, к сожалению, не могу это видеть. Минус Пика. А мы с котом докатились. Вы не поняли, это не минус Пика, это минус вторая камера. Вы что делаете? Это все так задумывалось. Что за Заварду? Заварду! Все, нормально, мы прикатились к финишу. Кот, высаживай нас. Кот! Че, продолжает колбасить? Да! Я пытаюсь из дома вывалиться. Полностью целый, кстати. Ладно, ребят, в общем, я не знаю, можно ли эту серию считать успехом или нет, но поколбасило, конечно, славно. Все, что сейчас произошло. Спасибо, что были это с нами. Это на этом заканчиваем. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда.